Добрый день, друзья! Сегодня в своем видео хочу показать вам колорит погоды марта месяца в Оттаве, Канада. Украшать дома, дворы домов канадцы начинают в ноябре месяце, готовясь ко всем зимним праздникам. Повсюду гирлянды, и вечером все дома в огнях. И в марте месяце все так же украшены дворы. Только после 20 марта жители домов начинают убирать часть украшения, так как начинают украшать дома и дворы, готовясь к Пасхе. Но у многих ели возле домов также все еще стоят украшенные гирляндами и излучают яркий свет в вечернее время, являясь украшением дома. Водопады в Оттаве завораживают. Хочу вам показать эту красоту. В начале марта водопад еще достаточно замерзший, но вода своей мощью пробивает эти глыбы льда. Получаешь большое наслаждение, видя эту силу природы. Так какой же он, март месяц в Оттаве? Видя замерзшие водопады, понимаешь, какие минусы и какие морозы в Оттаве в марте месяце. Хотя солнце яркое, день увеличился и значительно. Продолжение о водопадах в Канаде. Особенно впечатляет водопад Рибо зимой. Мощность водного потока невелика и образуются оригинальные ледяные скульптуры разных причудливых форм. Очень интересно наблюдать за этим процессом. Вот он, март месяц в Оттаве, когда ели все полностью засыпаны снегом. Красота канадской зимы все еще видна в марте месяце. И когда вьюжит за окном. И когда снега по колено. Это все в марте в Оттаве, Канада. Хруст
снега под ногами. Это все в марте. Сказочная зима в Оттаве, Канада. И это также март месяц. И вот мы видим, как мощь воды очистила от льда водопады. Какая сила и ширь появилась в водопадах. В марте значительно увеличивается световой день. В марте месяце в Оттаве в среднем день длится 12 часов. Уровень влажности высокий, и солнца все больше. В марте в Оттаве дневная температура самая высокая может составлять плюс 16 градусов днем. И самая низкая – минус 19 градусов ночью. Водопад Ридо в Оттаве – это два водопада. Они одни из множества водопадов, находящихся на территории Канады. Посмотрите, какая мощь и сила водного потока в водопаде. Красота неописуемая. Когда тает лед, то мы видим всю мощь и силу водного потока водопада. Водопад расположен в месте впадения реки Ридо в реку Оттава. Водопад Ридо – одна из достопримечательностей Оттавы. Все тот же март месяц в Оттаве. Вы видите, колоссальная разница погоды происходит в марте месяце. Солнца много, и снег тает на глазах. Канадцы – спортивная нация. Хотя есть кругом много еще снега, но одеваются по погоде. Дорогие друзья, спасибо вам за ваши просмотры. Ставьте лайки, делитесь моим видео, комментируйте, мне будет приятно. В моих видео я делюсь позитивом с вами. Высказываю только свое личное мнение и показываю красоту природы нашей планеты Земля. Мир во всем мире. И до новых встреч!